Нужно быть осторожным. Yeah!
Наверняка есть охрана. Не волнуйся, ты умрешь быстро.
Если заметят, мне не сдобровать. Нужно действовать осторожно.
Он где-то... Враг там! Я вижу, откуда летят стрелы! Здесь никого. Ну что ж. Я его найду. Проклятье! Я иду туда! Никого нет. Будто испарился, но ему не сбежать. Нужно убить лучника. Yeah!
Надеюсь, этот оракул не такой мрачный, как в Спарте. Дельфийское святилище. Сами боги оберегают эту землю. Ну, давай.
Что? А, Мисти, какие вести? Волк мертв. Отлично. Твои деньги, как и обещал. Думал, буду торговаться? Что ты, Алексиос? Не каждый день я приказываю кому-то убить отца. Но он не был твоим отцом, верно? Как ты узнал, что Николаус не был моим отцом? Люблю театр. И искусство в целом. Великий полководец сбрасывает своих детей со скалы по воле Оракула. Великая трагедия. То есть моя жизнь — развлечение? О нет, мой друг. Искусство. Знаю, знаю. Тебе нужно все обдумать. Идем. Скажи, Мисти, узнал ли ты что-нибудь новое от Волка? Он сказал, что мой родной отец может быть жив. Ненадолго, если все пойдет по плану. Что это значит? Что ты принесешь мне его голову. Ты сошел с ума? Ты променял жизнь отца на деньги. И я подумал, что ты жаждешь смерти своих родных так же, как и я. Малака! Вздумал играть со мной? Я вырву тебе язык! Я разочарован.
сюда! Готовься к смерти! Бежал как последний трус. Нужно обыскать его дом. Письмо Элпинору. О, Феба, ты привела его ко мне. Он ищет какую-то женщину. Что от нее хочет этот скользкий гад? Грузовой манифест. Элпинор шлет оружие и Спарте, и Афинам. Хочет, чтобы война не прекращалась. Встречал я опасных людей, но Элпинор самый страшный из них. Я загляну под каждый камень, обыщу каждый уголок, найду и убью эту змею.
Ugh.